снять. Вот, поэтому вышел новый. Я сегодня хочу вам рассказать о некоторых новинках, которые появляются в ассортименте шумов и доступны у нас в шумологии для заказа, для покупки. И есть те изменения, которые, в принципе, никто о них не говорит, никто о них даже особо-то и не пишет, но они, тем не менее, присутствуют. Ну, такая уж, видимо, особенность маркетинга компании шумов. Нам хочется обычно больше какого-то такого вот внимания новинкам, но их не так много, этого внимания не так много, а они есть. Итак, смотрите, валик, пришел новый валик. Пришел новый валик, соответственно, с более зубастым, собственно, самим валиком. Таким образом, чтобы он меньше как бы проскальзывал, меньше на него надо было как бы догружать, но при этом он все-таки продвигался по поверхности и прикатывал материал. Вот такие вот, наоборот, большие зубья сделали. То есть прогресс не стоит на месте, есть изменения в данном девайсе. Это у нас номер раз на сегодня. Валики Profi 200, более зубастые, цена прежняя. Дальше переходим к, собственно, интересным вещам, к вибродемпферам. Вибродемпфер у меня в руках Space 2.0. И это немножко, правда, потрепанный уже, лежал он долго, готовился я сделать это видео. И это тоже Space 2.0. Если вы посмотрите, здесь больше виден рельеф, здесь меньше виден. Первый Space был вообще гладкий, что было совсем неудобно для монтажа. Он просто гнулся вот так вот, как, я не знаю, флаг на ветру. Соответственно, для того, чтобы добавить ему жесткости, сделали более развитую вот такую вот структуру. Помимо этого, изменилось самое, в общем-то, интересное. Это фольга, это алюминий. Так уж повелось, что на хороших вибродемпферах в нашей стране фольга 100 микрон. Некоторые производители, правда, немножко халтурят и делают 90 микрон, но должно быть у хороших все-таки 100. И есть эконом-материалы с фольгой 60 микрон. Но вот у этого материала, который у меня сейчас в руках, фольга толщиной 150 микрон. То есть она стала более жесткой. Сейчас я вам попробую показать близко. Фольга у нас загибается. Ну, прям непринужденно. Так, это 100 микрон, это стандартная фольга, как на всех вибродемпферах шумов. А здесь у нас фольга уже 150 микрон. Не знаю, передаст ли видео или нет, но она заметно жестче. Таким образом, вы можете пощупать и отличить. На 60-микронных фольгах, на 60-микронной фольге, как на материалах серии Практик или эконом-линейках СТПГБ, допустим, соответственно, там 60 микрон, она вообще такая прям мягкая-мягкая. Что дает вообще фольга, что дает вот этот вот алюминий? Алюминий создает материалу необходимую жесткость. То есть мастика должна быть, если она будет просто тяжелой, резонансная частота металла, которую мы сформируем, получится очень низкая. И металл сможет иметь амплитуду на этой низкой частоте и начать колебаться. Добавляя жесткости вот в эту систему колебательную, по сути, мы таким образом как бы повышаем немножко резонансную частоту колебаний. То есть сложнее приходится системе ее сдвигать, чем вот эта вот отчасти как бы не совсем низкая резонансная частота, то есть она должна быть в таком, в правильном диапазоне, да, тем легче ее звукопоглотителю будет убрать. Поэтому совсем низко загоняя резонансную частоту колебаний системы нашей, то есть крыши, допустим, или дверей, мы получим, по сути, такой низкочастотный барабан, который в определенных условиях, когда мы достаточно энергии ему закачаем, то есть, допустим, на очень шершавой дороге или на брусчатке, мы позволим этой системе колебаться прямо, не говорю. Вот эта вот жесткость, она очень хорошо скажется на в целом работе системы. При этом КМП может не так сильно отличаться, но жесткость – это достаточно важный параметр. И именно отчасти поэтому битумные материалы на чистом битуме, мы сейчас переходим к материалам серии ProfF, они очень хорошо работают, они замечательно работают. При этом они могут не так дорого стоить, но работают они до температуры в минус 5 градусов. Ниже температуры минус 5, соответственно, битум совсем дубеет, вообще теряет всяческую эластичность, и такой материал будет работать не очень хорошо. Поэтому в климате, где много дней дубарь, битумные материалы в чистом виде нежелательны. Но, тем не менее, они зачем-то существуют. Чаще всего сейчас применяются комбинированные материалы, такие как, допустим, материалы вот такие вот серии MixF. В них скомбинирован битум и мастика. Но зачем же битумные материалы? Это ProfF и Prof8F. Как правило, их используют ребята в автозвуке, когда нам нужно создать максимально жесткую поверхность, и таким образом сабвуфер будет максимум КПД как бы отдавать в салоне, грубо говоря, да, то есть минимум будет уходить энергии в металл, максимум останется в салоне.
Это ребята в основном те, которые прямо на соревнования ездят. Даже не на повседневе, а вот именно на соревке. Ну, для повседнева, в принципе, тоже некоторые его применяют. И он тоже изменился. Никто об этом не говорил, и до сих пор я этого особо-то не вижу, но на нем тоже стала фольга 150 микрон. Это решение в свое время, если я не ошибаюсь, тоже я как бы предлагал. А может быть и не я, но я его точно предлагал. Добавили таким образом жесткости. 200 микрон делать не стали, совсем жестко получается. 150 это вот такая достаточно золотая, в общем-то, середина, и материал стал жестче. Поэтому для тех из вас, кто уже пробовал ProFF, попробуйте со 150 микронной фольгой, тоже очень интересное решение. То есть фольга прям тоже на палец прям ощущается дубовой. То есть все новые партии, которые сейчас выпускаются в момент выхода этого видео, да, они имеют уже 150 микрон фольгу. А в этом видео вас ждет отличнейший конкурс. Досмотрите до конца, не переключайтесь, сейчас все будет. Кстати, это же новые упаковки, они у нас, наверное, одними из первых в России появились с S-классом, S-купе точнее, против круза старого, да, вот такого вот. Ну, скучное же уже, правильно, надоело. S-купе то ли дело, то ли будет. И дальше мы переходим к тому самому комбинированным материалам. Вообще, если вы хотите, допустим, супер идеально сделать пол, как сделать пол, допустим, супер идеально? Мы берем металл, машину, полы, допустим, монтируем на него вибродемпфер ProFF, и потом сверху еще монтируем шумов М4, предположим. И это будет достаточно супер идеальное решение в толщине 8 мм. Капец, какое тяжелое, поэтому мы его практически, ну, не мы, а вообще его практически никто не использует. Для этого есть именно комбинированные материалы. Такой материал называется MixF. У STP, допустим, есть схожий продукт, это Bimast Bomb. Достаточно хороший, добротный вибродемпфер, который я часто говорю, что если вы его применили, в принципе, получите неплохой результат. Единственное, что Bimast Bomb, он, как правило, очень жесткий. И не все любят с ним работать. Вот, соответственно, MixF, он вот такой вот. Здесь мастика красная. Под фольгой у нас, опять же, мастика красная. Это мастики, такие же, как в Light серии материалов, облегченные. Таким образом, он еще не сильно тяжелый. И внутри мастика... Точнее, не мастик, уже, а битумный слой, по сути, как на материалах серии ProFF. Слои как бы гасят друг друга, и, по сути, таким образом материал этот работает лучше, еще эффективнее, причем эта эффективность сосредоточена в разных температурных диапазонах. То есть летом хороший вязкий битумный слой отрабатывает, зимой помогают мастичные слои этому материалу. Но у меня вот в руках сейчас я возьму вам пачку MixF. Эта пачка тяжелее, чем была раньше. Здесь у нас MixF с красной мастикой. Ну вот, в отличие от компании STP, допустим, где часто любят что-то сделать и сказать, вау, мы сделали супер круто, здесь, в принципе, никто ничего не говорил, никто ничего даже, может быть, не знает до сих пор, но вау, и это тоже MixF. Смотрите, и мастика здесь уже черная. Этот материал похож на MixF Special Edition, там тоже черный крайний слой. Но это все-таки классический MixF. Здесь у нас фольга, красная облегченная мастика, посередине битумный слой и мастичный слой. Мастичный слой здесь, внимание, от материалов серии Joker. Тот самый, с высокой адгезией, который можно монтировать уже от плюс 5 градусов, который имеет очень такую вязкую, упругую мастику, которая отрабатывает при обычной толщине 2 мм на уровне шумов М3 на тонком металле. И такую же мастику применили здесь в материалах MixF. Таким образом улучшили, повысили эффективность относительно прежней серии. Увеличилась, правда, чуть-чуть масса совсем за счет вот этого вот последнего слоя. Но и при этом увеличилась адгезия, то есть он стал более монолитным с металлом после монтажа и стал таким образом работать еще лучше. Поэтому сейчас вам доступна, по сути, уже новая версия. Возможно, у кого-то на складах еще остались красненькие. Тут уже решайте выбирать вам, какой вы захотите. У нас вот этот вот лист остался практически в единичном экземпляре. Сейчас вся идет линейка уже в новом цвете. И чем отличается MixF от MixF Special Edition? На материалах MixF Special Edition тоже черный слой, но здесь в серединке все-таки присутствует красный. То есть он больше похож на прежний MixF, но с добавлением еще заключительного слоя. Таким образом, если эта версия имеет толщину там, 4,5 мм, то здесь она имеет толщину 6 мм. Еще больше толщина, больше масса. Этот продукт для самых вибронагруженных зон, таких как моторный щит, можно им сделать, в принципе, задние арочки,
Целиком полы, конечно же, тоже можно сделать. Результаты вы получите чуть больше, но и массы, и денег потратите гораздо больше. Поэтому я все-таки за оптимальные вещи. Видео про Volkswagen Polo Андрея Олеговича об этом говорит, что мы можем сделать суперреволюционные какие-то решения, но во всем нужно искать, как мне кажется, какую-то золотую середину. Для самых фанатичных из вас, кто комфорт любит совсем мощно, сочно, вот для Polo можете MXF Special Edition прям от лобового стекла до заднего бампера долбить, будет прекрасный результат. А вот, собственно, сам конкурс. Напишите в комментариях, какой у вас автомобиль и какой бы вы предполагали бюджет на комплект шумоизоляции вы готовы были бы потратить. И случайным образом в следующем видео мы выберем победителя и подарим комплект материалов по системе «Наш стандарт» для двух дверей. В нем будет М2 шумов 22 листа и Практик Base 4 2 листа. Пишите комментарии вниз. Погнали. И есть улучшение, по сути, которое, ну, скажем так, немножко со знаком минус, да, минус в плане толщины, опять же, алюминия. На Space первого поколения, Space 5, фольга была 200 микрон. Здесь у нас, ну, в принципе, уже где-то, наверное, полгода назад стало алюминий 150 микрон. Это не хуже, это даже лучше, потому что монтировать стало легче. Посмотрите видео про Volkswagen Polo наше, про зелененький, и посмотрите, насколько там было непросто его монтировать, хотя там уже 150 микрон фольга. Потому что, когда мы даем вам продукт вот с той фольгой, которую вы не сможете нормально смонтировать, у вас может получиться не очень удовлетворительный результат, будут нехорошие отзывы, и никому лучше они не сделают, ни вам, ни нам, соответственно. Поэтому мы вам стараемся дать то решение, которое будет для вас максимально полезно. Вот, в общем-то, наверное, основные вещи, которые я хотел вам рассказать о тех изменениях, которые есть в материалах шумов, вообще в товарах за последнее время, о которых, в общем-то, наверное, мало кто знает. С вами был канал Шумологии. Евгений, пишите свои комментарии, о каких продуктах вам еще хочется послушать, услышать, возможно, в других брендах. Я не хочу их сравнивать, просто, может быть, сделаем какие-то обзоры, если они вам вообще интересны. Добро пожаловать, всего доброго, до скорых встреч!